Лазор делал ремонт. У нее здесь два каталога. Да, я ремонт тебе делала. Да. Королева соусов. Вы научились готовить блюдо розовый торт. Я дыку. Ой, боже. Нас здесь не было 10 тысяч лет. А почему... Все, да. Все, меня обняли и поцеловали. Ой, ой, я просыпаюсь в огромной кровати. В комнате, где я делала ремонт. Я не помню, как делать ремонт. Ой, Себастьян, привет! Давай обнимемся. По такому поцелуйте, конечно. Себастьян, привет! А где-то еще и Хары. Он от меня убежать пытается, еще и на спидах. Я не знала, что у них даже спиды-то есть. Есть, есть. Особенно, когда ты им дорогу преграждаешь. Срань. Ну ладно. А потом они такие, типа... И главное, пришел комнату рассматривать, которую я вам сделала. Так он в ней живет. Ему, кажется, не нравится стул. Он же в ней живет. Слушай, он, по-моему, пытается наехать на стул, который в середине стоит. Но он ему мешает. Что-то ему не нравится. Чем он себе мешает? Может, проход мешает. О, перестал мешать. Так, так. F1 работает? Нет. Может, потому что я в доме? А у меня работает, да, F1. Потому что вне дома. Да, у меня тоже заработал. Не, я в подвале. У нас тут сыр созрел. А, нет, я камеру имела в виду. М работает. Какая у нас крутая ферма? Я уже и забыла. Ты мне не приходишь, потому что... Да мы сами-то в нее не приходим, слышь. Я не знаю, сколько прошло времени с того момента, как мы последний раз это все запускали. Миллион. Неважно, главное, что мы вернулись. Да. Я все-таки выйду замуж, женюсь, не знаю. У меня почему-то есть четкое ощущение, что я могу не спринтовать, а уклоняться. А у меня муж теперь только в этой игре. Блять. Блять. Маша. Ну что, реклама теперь магазина Пьер открыт 7 дней в неделю. Наконец-то он перестал. Он перестал это. Маша, это была такая прекрасная шутка. Спасибо. Это просто... Если что, я не развелась. Вдруг там мало ли кто... Мне нужно трюфельное масло. Не спрашивай, зачем? Мэр Льюис. Отлично. Льюис, пока у себя дома был. Можно я дополню эту шутку ужасной шуткой? Да, давай. Пока Сиренева. Просто Себастьян, он же тоже любит погонять на мотоцикле. Чего Себастьян любит? Он любит погонять на мотоцикле. Поэтому... Бля... Вот это было жестко. А впереди судьбу. Сломай его мотоцикл, сбрось его с горы. Так... Ну, с собой, конечно, не разведется, но хотя бы он будет с тобой. Мой муж со мной тоже не развелся. У него... Блядь, ты меня... Ты меня побила в моей же игре. Так, нужно делать кофе. А что еще мне надо? Я научилась делать печенье. Молодец. Так, как ты? Так. Вообще ничего не помню. Делаю просто, как говорится, по нуитию. Так, там еще и закаток куча. Так, значит, икру сюда. Блин, так завитую этой игре. Тут может идти дождь. Больше, чем 2 минуты. Ну,
наверное, в дожде, который идет 2 минуты, тоже есть своя прелесть. Только не тогда, когда ты любишь дождь. А, ну, возможно, да. Это любит дождь. Так, у меня есть, кстати, трюфельное масло. По идее, мы можем все мэру Льюису отдать. Я уже, если что, отдала. А, хорошо. Но что, дождь, нет что-то проблем. Ну ладно, это надо продать. Хотела сказать, хотела нагнать, типа, а где курица, где яйца. Тебе звонят. Я подниму. Реклама, наверное, какая-нибудь. Да. Бессердечные. Реклама бессердечная. Да, достали. Что в жизни достали, что так? Мне кажется, Себастьяну нравится голубой медведь. Звучит ужасно. Уверена. Но он сидит и смотрит на него просто уже, наверное, секунд 30. Его убрать. Так проходят его будни. Теперь он просто стоит и смотрит на себя. Давай я встану перед тобой, будешь на меня смотреть. Ну, типа, все здесь поглажены. Подожди, что тут у нас? Пока очень как-то тяжело и проблематично втянуться в то, что он здесь надо делать. Но, в принципе, возможно, possible. Посылка. Много кофе. Замечательно. Что у нас здесь происходит? Куча кофе. Угу, хорошо. Ебаная спит, блядь. А, ты побежала за самой дорогой рыбой, как нам в комментарии написали? Ну, она не самая дорогая. Ну, одна из. Нам ее советовали в комментариях выловить, добавить к аквариуму. Уже 5 вечера. Ничего не произошло в мире. А я говорила. У меня даже места нету. Господи, Иисусе, ладно, с грибами потом разберусь. Надо пойти, по-моему, всех погладить, если хлеву там есть это. Да, я была права. Ну, отходы без добра, зато я белые водоросли, зеленые водоросли на ловлю. Можно бы ты из них что-то там делаешь, жишки какие-то. Жишки. Раз, два, места нет. Так, а теперь настает черед всего этого благолепия. Раскидываться. Вот это что такое? А, это наша мастерская. Так, у нас там куча алмазов созрела. Так, что надо продать? Вот это. Вот это. Вот это, вот это. Вот это. Вот это. Так, мэр Льюис у нас сейчас тусит. А Барри, наверное, уже. Эмили Льюис, да. Пойдем отдадим ему трюфельное масло. А еще у меня с собой в инвентаре аккумуляторы иридии. Скорее всего, я хотела починить у Вилли лодку на новое на DLC. Кстати. Мне тут на стриме сообщили, что скоро Stardew Valley получит дополнение. Блин, у меня какой-то... О! Типа там можно... Обновление. Обновление, да. Оно там на 8 игроков. Подожди, чувак, трюфельное масло забери. Подожди, я туплю. На, отлично, масло у тебя, дай-ка, качественное, скользит хорошо. Отлично, спасибо. Фу!
Берегись. Марни, берегись. А что, все мусорки уже про это проверены? Ну, я там немножко пошалила. А, точно, надо еще сыры фиолетовые продать. Вот сегодня денег-то будет. Плоды надо отнести туда. Сюда-сюда. Домой. Фу, сюда. Выложила таки. Фью. Да. Так, Зор, я у тебя дома положила в твой ящичек, который у тебя есть в доме. Так. Трюфельное масло. Его надо будет потом Мэру Льюису отдать. Спасибо. Так, Минчик сюда, сыр сюда. Трюфельное масло. У нас там есть? Кто? Бассейн свободный. Бассейн свободный? Сейчас посмотрю. Не уверена. Надо делать. О, что-то хотят. Они хотят... А, это только зимой можно выловить. Ну, надо сделать. У нас есть место под него. Надо его заказать будет просто завтра. Угу. Давай я закажу завтра. Я, правда, я сейчас позвоню по телефону и узнаю, что мне надо, и мне напомнят. А, Марни, Газ, Робин. Так, заходите, если что понадобится. Проверьте стоимость расширения здания. Так, чтобы сразу прийти сразу. 5000 золотых, камня 200 штук, морская водоросль 5, зеленая 5. Хорошо. Давай подготовимся. Камня. Морская вот это. Ну все, точно. Все готово. У меня у нас переработчики стоят. А вот, вот в этом, да-да-да. Собери еще, кстати, эти, пожалуйста, камни продать, ну, эти алмазы. Трюфельное. У меня же, по-моему, горное дело вкачано, да? Да, по-моему. Ткань тоже, на. Бля, уголь нужен. Это мы закажем. Это древесина, видимо, для этого. Сашими, видимо, для моего мужа. Но тоже не факт. А куда у нас идут кленовые сиропы? Какой ящик и зачем? Я не помню. Кокосы, винишко. У нас здесь все такое непонятное. Наверное, они все идут куда-то для готовки. И уже пора, кстати, спать. Сейчас ночь. Ладно, будет здесь лежать. Не знаю, куда они нужны. Куда они нужны и зачем? А даймонды я не успею продать, скорее всего, уже. Ничего страшного, завтра продашь. Бля, там этот спит. Кто? Мужик? Да, с другой стороны спит. Муж. Зор. Угу. Она с нами третья легла. А может и второй, вдруг его там нет. И сейчас денег должно быть очень-очень много. У меня все залагало. Не, нормально. Нормально. Ёбин-бобин. Да, это я сыры продала. Нафармила. Да. Козий сыр 960, капец. А на обычном сыре, кстати, 20, 21 тысяча. Mm-hmm. Это когда сыры в бочках выдержаны до фиолетового качества. У нас как раз вот я накопила там сыры. Вот. Они много-много-много копятся. Сейчас вот тоже все составила, осталось там только вино. Если что, у него сыры, тебя не слышно. А вот теперь слышно. Не, меня слышно. А, что-то там готово золото, видимо, у этого. Дары земли. Предмет для дня бочонок. Спасибо. Предсказательница. Духи нейтральны. Муж.
Сегодня я собираюсь прогуляться, мне нужно проветрить голову. Да, проветри голову. Так, о, дождь и аккумулятор. Льюис дал рецепт спагетти. Найс. Аккумуляторы. А сколько у нас снопов сена? Здесь 85, а здесь 85, а здесь? Так, ты заказала, да, бассейн новый? Нет. Как? Сейчас ты же только что проснулась. Кстати, у нас снопов сена 85. А, ну, всего. В смысле, закажешь, я имею. Да, закажу. 85. Звучит угрожающе мало. Так, еще одна икра. Привет, Себастьян. Ты давай, взор, давай, там, дари всякое. Это. Да, я потом этим займусь, когда я закончу делать важные вещи по обустройке вашего дома. Так, 7.50. Ой, такие приятные цвета, господи. Так, я, наверное, тогда рыбный ловлю займусь. Ты что, выловила уже, по-моему, нет? Ну, так бабки чё? Лишними-то ведь не будут. Так а чё мне? Я в пещеру не хочу. Можно в пещеру поехать? Нет. Ну, Себастьян с Харой вместе гулять пошли. На 9 утра пойду сначала закажу бассейн, а то забуду. Или еще чего-нибудь. Такие все громкие, господи. Вообще, ну еще лошади были бы классно, быстро. Тройной экспресса. Погнали. Заяц, привет. Смотри, у меня нет тяпки. Почему у меня нет тяпки? Потому что мне не нужна тяпка. Или... Вот, за этот купается. Лол. А в бассейне? В этом? Линус в реке. Как же, говорит, хорошо. Голый. Такой чистой воды я давно не видал. Про меня сейчас так тоже можно сказать. И все? В этом вся катсцена, что мы увидели голого деда? Супер. У меня такое ощущение, девочки, что только сейчас заработала вот эта вот штука с цветами, с цветокоррекцией. Построить здание для фермы. Потому что, по-моему, раньше она не работала. Построить бассейн. У меня до сих пор ничего не работает. Я тоже пусть не работает. Зато, кажется, у меня работает, потому что у меня деревья белые, стволы белые у деревьев. Ого. Да. Надо бы себе так, все, отлично. Завтра она приступает к заданию пруда, так что... Мой мужчина пошел куда-то в лес к голому деду. Хорошо. Пошли за ним. Отличный подарок, спасибо. Да не за что. Последи за ним. Да ну, нафиг. Я ему доверяю. Он же уже женился на мне. Ну да. Так, мне... А, подожди, стой. Мне надо бы зайти... Сейчас 11 утра. Пошли. Сейчас лето? Вот я сама пытаюсь понять, сейчас лето или нет. Сейчас лето. Где мой будущий муж? Сим, не кричи. Раскричался. Надо в город. Там что-то у этого было готово. На пляже. Город. С Хейли. Угу. Такие все. Я беру свой топор. О, мотыга. Все, мотыгу получила. Отлично. Вот почему у меня нет мотыги, потому что у меня ее и не было. Да, Сим, что ж ты так орёшь-то? Ты же сытый. Да, судя по... О, у нас есть недельное задание, девочки. Радужное желе. Мне нужна помощь в выслеживании редкого опасного радужного слайма или природный баланс. По неизвестным причинам местная популяция рыбы вида морская выросла до угрожающих размеров. Нужен местный рыболов, чтобы выловить часть рыбы этого вида. Ты хотела порыбачить или слизней побить? Наверное, порыбачить, да, Вика? Да не принципиально, я сейчас уже в шахте, типа. Девчата, а когда 8 сердец, надо что-то делать? Я не помню, я там, по-моему, какое-то свидание или что-то должно такое. Должно свидание, но меня ни одного не было, меня сразу замуж взяли. Я, видимо, не пришла. А что надо сделать? А это надо погуглить.
Природный баланс. Поймать 20 рыб вида морская. Куда-то прийти? В нужное время, да. Ладно, сейчас посмотрим. Так, нет. Свадьба — это 10 сердец. 5 аккумуляторов, да. 5 иридиевых слитков, да. 200 твердой древесины. А, у меня нет 200 твердой древесины. Ириди, да. Надо сгонять, надо гонять в этот. Да-да-да. Ну, я потихонечку это делаю, в плане, что я пока не очень сильно соображаю. В плане не забывать об этом. Так я вот говорю, я здесь... Сегодня первый день, и я это... О, боже мой. Хелли ходит за ним просто постоянно. Да, конечно, женщина. Я лучше. Я знаю. И плачет. И я проходила 100 раз эту игру. Ну, не 100 раз, но проходила. Но поскольку я играю снова первый раз, я этого не знаю. Метагейминг. Купил мороженку. Так, я еще только вот то, что майонез не сделала. Сыр я, по-моему, поставила. Пока, ну, пока здесь луночка с клевом, ну, прям как-то. А что в итоге взяли-то? Радужное желе или... Рыбная ловля. Угу. Но я уже чуть-чуть тут это... Ну, можешь половить, если хочешь, попрокачивать. Я потом доделаю это. Ага. Два земных кристалла. Это хорошо. Они, по-моему, для карты чего-то нужны. Ну, здесь пока луночка такая. Блин, как же океан шумит сильно, капец. А, ты можешь просто возле дома нашего поставить. Я не знаю, там так же шумит. Точно, там же тоже океан. Можно же возле дома просто наловить. А тебе же морские нужны. Да. А мы же, у нас ферма, по-моему, морская. У нас ферма-то, по-моему, на пляже как раз-таки. А я сюда ходила, чтобы у Вилли вкачать, ну, на дополнение. Так что сейчас я пойду. Ну, луночка, ты пропадешь, нет? Какая-то огромная луночка бездонная. Знаете, по какой игре я соскучилась? Mm-hmm. А просто? Нет. Её, кстати, отвратительно смотрели. Наш Форест просто никто не смотрел. Им просто всем не нравился. А мне было нормально, мне было смешно. Нам было весело. Papers, Please. Вот по какой игре я соскучилась. Славься, Арсоска. И ноль реакции. Вы не играли в Papers, Please? Или что? Я пытался в неё играть. У меня от нее ПТСД. По ней кинцо хорошее вышло в свое время. В смысле? Что значит побеждает чудовище? Жижа. Жижа — это что? Вика, кого ты победила? Что такое жижа? Этот. Слизняк. Мне казалось, что это жожа, но, видимо, это реально жижа. Жожа? Жожа-кола? Нет? Или мы разные? Жожа — это, блядь, альтер-эго чьё-то. А, да? Чьё? Ну, не знаю. Твоё, моё, азоровское. Почему моё? Я енот. Вы же меня так обзывали здесь. Ну, енот Жожа. Нормально. Нет, не хочу. В смысле, нет? Я не хочу быть енотом Жожи. Что это за кола? Ведь майонез сегодня не делал. Ладно, неважно.
пойду хотя бы древесину наколю. Блин, я пошла в пещеру черепа без бомб. Я не понимаю, блядь. Ты любишь, когда играть тяжело? Мы еще не привыкли просто к обратной к игре, поэтому... Я люблю пожестче. Так, я пойду в такую дверь, а тут дорога. Да все, отвали, моя черешня. О, семечко твердой древесины. This is хорошо. А я здесь вообще... Не бей. Блядь, я потерялась. О, нормально. В кустах потерялась. О, фига себе, катсцена с Шейном. Где он бухает. Не спится, да? Блин, у него такой здесь рисунок. Вообще, ему так плохо. Держи холодненького. Я какую-то диковинную приманку нашла. Диковинная приманка? Да. Что она делает? Диковинную рыбу ловит? Диковина приманивает. У тебя никогда не было такого ощущения, будто все, за что ты принимаешь, обречено... Будто все, за что ты принимаешь... А, принимаешь, обречено на неудачу. Будто ты в бездне несчастья так глубоко, что даже не видно солнца над головой. Братан. Я чувствую, что как бы я ни старался, у меня недостаточно сил, чтобы выкарабкаться из этой дыры. Давай, не чокаясь. Реально не чокаясь выпили. Ты прямо залпом пьешь. В этом мы с тобой как две капли воды. Только не бери это за правило. У тебя-то еще есть... Ой, да-да-да. У тебя-то еще есть будущее. Опа, печень умоляет меня остановиться. Сегодня ночью пора закругляться. Еще увидимся, шоу. Не, поймаю. Ой, я пьяная и хожу очень медленно. 23:32. Он меня медленно. Так... Он меня так заболтал, я девочки. Что я... Как я успею дойти домой? Блин. Экспресса 3 в одном, давай. Иначе я... А, все, я... Ага, эспрессо перекрыло только вот в дефолтную скорость. Понимаю. Да бегу. Не, за час успею. Опьянение. Минус один к скорости. Понимаю. Но зато пока я бежала домой, я уже не пьяная. Значит, муж не спалит. Так, наутилуса ему надо. Это только всего. У меня есть свои плюсы. Где? 0,20. Я успею еще продать пару ракушек, масла, ткань. Сыр надо домой. А остальное ночью, точнее ночью, дома разложу. Я сейчас буду материться. Я не буду материться. Ты типа что, далеко, и ты не успеешь лечь в кровать или? Нет, у меня в который раз взялся гребаный ковер, он не ставится обратно, а под ним раньше была куча предметов, которые мне придется передвигать, чтобы его снова поставить туда. Уже пора запомнить, это 10:10, Зор. Нет, я знаю, я прекрасно знаю. Я просто ненавижу да, все. Это происходит уже раз на 5, наверное. И каждый раз я передвигаю гребаную мебель. Каждый раз я хочу убить кого-нибудь. Да, школа ремонта. Давай, школа ремонта. Маш, я иду к тебе. Я сейчас лягу рядом с тобой. Спокойной ночи. В обнимку, давай. Я вот твоей большой ложечкой. Спасибо, пусть рядом поспит. Вот это выражение, когда сосет под ложечкой, это что значит? Так что это про кого-то из нас, а только не перепутай. Я, конечно, не обижусь. Ну ты еще не замужем, не жената, так что да. Да. Ой.